Хочеться зараз проанонсувати і ще одного нашого гостя, який завітав до студії. Сьогодні в нас завітав письменник Геннадій Борисов. Вітаємо вас. Вітаємо вас і вітаємо із тим, що вийшло іще одне дітище, можна так сказати. Ще одне собрання сочинення. Це я не просто так сказав, а тому що це назва збірки саме така. Можемо її показати зараз і вам, дорогі телеглядачі, також сказати про те, що у вас є можливість отримати ось цю збірку, зателефонувавши до нашої студії. Можливо, поставивши запитання до автора, якщо вони у вас виникають. Якщо ні, то просто авторів на цій книзі, я думаю, ми поставимо і у вас дає можливість ознайомитися із творчістю. Ми буквально декілька місяців тому анонсували ось цей збірник. Продуктивно, я хочу сказати. І цей збірник також анонсували. Так, анонсували і бачимо, що зараз уже добірка достатньо велика. Поповнюйте бібліотеку миколаївських книг активно. Ой, стараюсь, стараюсь. Доброе утро. Это вышла четвертая книга моя за 3 года. Угу. И, ну, здесь сигнальных три книги для детей, угу. Сигнальные. Вот только макеты, только мы. Вот. А эта четвертая книга, еще одно собрание сочинений, она вышла все так же в издательстве «Елеон». Спасибо Анне Валерьевне, вот. Помогла мне это все сделать, потому что, в общем, ну, свои, как знаете, это все очень добро. Вычетки, монтажи и так далее, все это дело, да. И о чем книга? Ну, книга, как всегда, вот уже как получается, как четвертая книга, она сделана для семейного чтения. То есть угу. каждый член семьи может найти что-то для себя. Это и получается философская поэзия для мужчин, скажем так, это лирика для женщин, это детская поэзия, поэзия для детей, точнее, вот, скажем угу. так. Даже так. Я смотрю, начинается от автора о жизни матросов, а тем более французских, писать неинтересно. Мне они кажутся грубыми и примитивными, а их жизнь скучна и безрадостна. Вот так начинается легко для того, чтобы заинтересовать все-таки. Я смотрю, что сборник собран из нескольких частей, правильно? Каждый из которых, соответственно, посвящен чему-то. Вот стуль, я вижу, который мы анонсировали в тот раз и читали, он уже есть, и сборник тоже, и сборник «Лишь небо» и не только. Ну, я пропоную, давайте для початку, мабуть, все ж таки деякі вірші ми послухаємо в вашому виконанні. Якщо автор у студії, то як не надати Спасибо. Вам слово? Ну, я хочу ще зробити такий маленький анонс. Ну, то, что эта книга вышла, а к ней вышла еще одна книга. Это видеокнига. Uh-huh. Видеокнига. Почему видеокнига? Ну, во-первых, я так никогда не пробовал. Мне это было интересно. Я вот только-только закончил работу над ней. И думаю, что через пару-тройку дней она как раз вот, во время презентации уже это будет в Фейсбуке, скорее всего. Ну, где-то будет в интернете. Uh-huh. Почему? Потому что полиграфические услуги очень дорогие, и если бы я, там есть одна глава, называется «Маркетины», угу. где я на 17 картин Алексея Маркитана, это известный художник, я даже не буду вдаваться в подробности, но если бы я сделал цветные картинки, там, угу. да, иллюстрации, то эта книга бы раз в 5 бы дороже стала, ну, то есть надо, чтобы реально она стоила. Поэтому я проще, я взял... Простите, ну, набрался смелости, взял музыку Джона Уорда, uh-huh. да, Фрипа, это King Crimson, вот, и там, ну, еще это Секрет Гарден. И, да, и вот я сделал, получается, видеокнига. То есть uh-huh. это все будет в свободном доступе, это самое, в интернете. То есть можно будет послушать, не только прочитать, да, не но только, и послушать, и увидеть еще послушать. Иллюстрации. Ну что ж, тогда слушаем, мы уже хотим услышать вас, да, и ваше, конечно же, произведение. Ну, я начну, пожалуй, с лирики для женщин. Вот. Ветру подставлю щеки, песчинки ловлю губами, за свои отвечу просчеты, от боли закроюсь руками. Иероглиф любви высвечен, как основа для жизни и счастья. Это новая тема истин, это степень рассуд и крещастья. От тебя всего-то надо, поддержи, если буду падать. Без тебя не нужна мне бравада, выпьем вместе и будем плакать. Ну вот и так, да. Лирика. Я смотрю, что действительно еще одно собрание сочинений. Вот так, название емкое, потому что сюда вошло все. Все, что есть в загашнике, ну, скажем так. Первая книга вошло 25% того, что я написал за то mm-hmm. время. Здесь вошло 80%, сюда вошло 90%. Почти 95% не вошло... Только то, что я писал под заказ, ну, в общем-то, то, что я отдал, и ушло. И уже нет. Да, только, мы, я так понимаю, можем ждать еще один цикл.
Вы знаете, я уже 40 стихотворений в следующей книжке. Я работаю. Потому что сам воздух Николая, он, в общем, располагает. Тем более я там живу. Да, да, а я смотрю, что сборник – это не только вот стихи, но есть и проза, правильно? Это проза, экспериментальная проза. Mm-hmm. Это разных лет. Там смотрю, такая, вот достаточно консультальная вижу, она сама да. по себе. Ну, я, так что прозу, там есть о свободе, глава о свободе. Угу. Это исповедь эгоиста из книги. Ну, я ее пишу уже 8 лет, я не знаю, когда ее допишу. Но вот фрагмент, это называется никак «Осколки, осколки проектов». Муза, да? Это то, что я, какие-то проекты состоялись, угу. какие-то не состоялись, но вот какие-то осколки, то есть, мне кажется, это будет интересно, и поэтому я включил книгу. Один из поводов, почему мы сегодня собрались в студии, это, конечно же, проанонсировать мероприятие, которое будет проходить в Николаеве, по поводу презентации вашей книги. Расскажите более детально, где, что, как, потому что будет в двух библиотеках прям такие презентации. Да, будет в двух библиотеках. Первое, ну, в общем, простите, я себе сделал подарок. Мне 14 сентября день рождения, 50 лет. Вот так. Я тебя поздравляю, пока не поздравляем. Да, ну, все равно, конечно. И я всех приглашаю на презентацию, которая будет в научно-педагогической библиотеке. Это Адмиральская 31, угу. ну там напротив памятника, да, Вечного да. огня, это что это самое, в 7 часов вечера, то есть 19:00. А, ну я единственное для жителей Корабельного района ЮТЗ, я уже заказал маршрутку 91-ю, она в 8:30 заедет за нами, заберет нас и отвезет, ну если не по домам, то по крайней мере по остановкам. Так что да, вот надо было да. продумать, потому что это среди недели, тем более вечером, не всем удобно. Ну, вот чем вечернее это... рандеву решили устроить. Ну, да, гулять и гулять. Вот. И, ну, а и еще одна будет 24 числа в Крапивницкого. Почему в Крапивницкого? Потому что тоже уже стала родная библиотека. И они, в общем, я им предложил, они согласились как-то. В общем, ну, так должно быть, что хорошие библиотеки должны быть мои книги. Ну что ж, друзья, я напоминаю еще раз, что есть возможность у вас получить этот сборник, поэтому вы можете звонить по номерам, которые видите на экране сейчас. А еще есть возможность услышать да. еще одну поэзию. Я так понимаю, что детская что-то мы почитаем, да? Давайте отлично. Ну, я со стулья не буду. Он там, дело в том, что в книгу сюда вошло около 60 стихотворений для детей. Угу. А здесь в стуле 10. То есть, ну, оно вошло. Здесь уже побольше, да, ну, это понятно. Радует. Вот одно из стихотворений. Это, я же, простите, это самое. Я вот стихи, когда пишу, да, и потом проверяю на детях, да, вот с этого смеялись. «Светка и стрекозы» называется. Стрекоз ловила сеткой в чулочках ярких светка, но не поймала ни одной и к вечеру пошла домой. На следующее утро взяла с собой метлу. Так заметала Светка, метла застряла в ветке. Я в ушко Светке рассказал, метлы боится стрекоза. Зачем деревья заметать, с утра так хочется поспать. Стрекозы любят полетать, метлы стрекозу не достать. На луже и колени налей скорее варенье. Стрекозы потолстеют, толстеном заболеют. Ты их в коробку собирай, посмотришь, в небо отпускай. Стрекозы ждут цветочки, и солнышко хлопочки. Вот так, да, наивно и по-детски, но я думаю, что дети так точно оценят. Ну и, конечно же, хотелось бы у вас, как и у всех гостей, и у всех николаевцев, мы сегодня спрашивали, за что они любят город Николаев. Тем более, что я смотрю, на первых уже страничках попало на стих «Я люблю этот город». Угу. Поэтому ответ, я думаю, у вас точно есть. И за что я люблю город, в котором я родился, в котором я прожил почти 50 лет, ну, исключая 2 года в армии, которые я служил на Дальнем Востоке. Я вам не скажу. Не скажу, объясню почему. Никогда не скажут родители, за что они любят детей. Никогда дети не скажут, за что они... Мы можем сказать, за что мы уважаем, а за что любим, мы не знаем. Тут все мое родное, и так я прожил здесь всю жизнь. То я не могу сказать. Я просто рад, что я родился. Я просто рад, что я здесь живу. И вот по этому поводу у меня стихотворение можно прочитать? Ну, конечно, мы же хотели бы услышать. Он так и называется. «Я люблю этот город». Я люблю этот город, где весною проснулись сиреней цветущая любовь. В этот город, где стареньких улиц, где в венах стареньких улиц течет столько лет моя кровь. Я люблю этот город, где на крышах лениво луч солнца с росой на рассвете. В нем тебя называл я родной и любимой, где поешь колыбельную детям. Я люблю этот город за тихие парки, в ночи без фанфары и овации, доминошные битвы в двориках жаркие, где мечты цветения акации.
Я люблю этот город без злобы и фальши, где дома пьют прохладу ветвей. Я влюблен в проспекты и улицы наши, где судьба и букеты детей. Ну что, только браво, можем сказать. Спасибо. Реально, да, о любви можно говорить долго. И самое главное, что любить надо за то, что существует этот город и что то, мы что в нем живем. Наш родной, что мы родились в этом городе. Спасибо вам большое. Напоминаем спасибо. Еще раз николаевцам, что будет возможность прийти на презентации, поэтому приходите в научно-педагогическую библиотеку. Да. Я думаю, что будет интересно, потому что это только маленькая часть того, что я написал. А там будет чем удивиться вам, и будет интересно, думаю. Поэтому приходите. Научно-педагогическая библиотека, библиотека Крепивницького. Ну и дякуємо, звичайно, нашому гостю за те, що Борисов, письменник сьогодні завітав до нашої студії.